25 апреля 1942 года была закрыта Ленинградская ледовая дорога – дорога жизни. По льду Ладоги было эвакуировано более полумиллиона человек, вывезено оборудование заводов и промышленных предприятий. Доставлено в город 250 тонн продовольствия, 30 тонн боеприпасов, 20 тонн угля. Благодаря дороге жизни улучшилось снабжение ленинградцев продовольствием. Норму пайка подняли до 250 грамм. С конца апреля транспортные сообщения с блокадным Ленинградом осуществлялось баржами и пароходами. Ежедневно в Ленинград доставлялось 4000 тонн грузов, в том числе 2500 тонн продовольствия. До победы оставалось 1110 дней.